Я постоянно слышу от мужчин, будто они хотят убедить меня в этом. Я просто не эмоциональный человек. Я просто аналитического склада ума. Она хочет, чтобы я был эмоционален, но я не очень-то эмоциональный человек. Это адская ложь. О, что вы имеете в виду? Вы даже не знаете меня. Как вы можете обвинять меня во лжи? Я просто говорю ему, если ты не очень эмоциональный человек, то почему ты расстроен? И еще я знаю, когда ты на поле для гольфа мажешь по мячу, то ты не будешь спокойно стоять и говорить, мне кажется, я сделал плохой удар. Или когда ты смотришь футбол, и твоя команда в ужасающем разгроме. Ты не будешь сидеть и говорить, ну, на этот раз они, кажется, имеют намного больше очков, чем у нас. Если ты пойдешь на свою работу завтра и увидишь все свои вещи снаружи с приказом об увольнении, ты не будешь там просто стоять и говорить. Что ж, было здорово тут поработать. Мужчина, который смотрит на свою жену и говорит, что он просто не эмоциональный, на самом деле говорит ей, что ты не имеешь никакого значения по сравнению с моей игрой в гольф, моей любимой командой или моей работой.